Белоруссия удивлена решением Россельхознадзора запретить ввоз в Россию молока и отдельных видов молочной продукции из республики, как заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Маринич. Власти в настоящее время пытаются выяснить причины этого, передает РИА Новости. При этом чиновник подчеркнул, что пока не может давать какие-то комментарии по данному вопросу. Напомним, ранее стало известно, что с 26 февраля Россия запретила поставки молока и сливок из Белоруссии. Такое решение принял Россельхознадзор из-за нарушения стандартов продукции белорусских предприятий. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал. Оставляйте комментарии, друзья.